Отже, панове, усім ще раз добрий день. Вітаю вас на нашому заході. Видавнича група KM Books та мережа книгарень «Буква» вітає вас на презентації відомого письменника, публіциста, режисера та актора Фредеріка Бекбедера. Ну і перед тим, як перейти до прес-конференції зі ЗМІ, запитаємо Фредеріка, що ж він може сказати українським фанам. Будьмо. Фредерік, ваш герой в «Уна» і «Селінджер», я не знаю, это лично вы или просто герой, побоялся постучать в дверь Селлинджеру, приехав к нему на интервью. С чем эта боязнь была связана? Спасибо. First of all, I would say I'm really very happy to be here in Kiev, one of my favorite cities in the world. Во-первых, я хотел бы выразить свою радость, что я нахожусь здесь сегодня в Киеве, один из моих самых любимых городов в мире. And I'm like every French people, we are always very fan of the Ukrainians. They are resisting and they are making a revolution every 9 years, which is great. Я, будучи, как и любой другой француз, мы очень положительно относимся к украинцам, потому что они стойкие, и каждые 9 лет у них происходит революция, нам, французам, это нравится. So there was 2004 and 2013. Сначала в 2004 году, потом в 2013. Which means that the next one will be in 2022. Значит, что следующее произойдет в 2022 году. Can't wait. I can't wait for 2022. Я не могу дождаться, когда наступит 22 год. It's gonna be the best. Это будет лучший год. I'm also very happy because there is about 99% of girls in this audience. Мне также очень приятно заметить, что примерно 99% присутствующих — это молодые девушки. But I'm going to answer your question, sir. Но, сэр, я также собираюсь ответить и на ваш вопрос. Even though you are the only man in the audience. Несмотря на то, что вы один из единственных мужчин, присутствующих в аудитории. So why did I refuse to disturb J.D. Salinger? It's because it was my idol. Итак, почему я не решился побеспокоить J.D. Salinger, не решился к нему постучать? Потому что для меня он являлся моим идолом. I went to his home in Cornish, New Hampshire. Я приехал к нему домой в город Корниш в Нью-Гемпшире. And I wanted to make a selfie with Salinger. Я хотел селфи сделать с Salingerом, конечно же. But I was not brave enough, so I'm sorry, I was a coward. Но мне не хватило смелости, извините, я вот такой вот, я трусливый. But when I was in his village and I could not talk to him, I had this idea of a novel, a love story about him and Una O'Neill. Но когда я посетил его в его резиденции, несмотря на то, что я не решился с ним поговорить, у меня возникла идея написать книгу, описывающую его историю любви с Уной. I always thought that the best love stories are the ones that don't work. You know, this is a tragedy. Я всегда считал, что лучшие любовные истории — это те, которые не увенчались успехом, потому что, ну, фактически его история с Уной — это трагедия. I like Romeo and Juliet because they both die. Мне нравится Ромео и Джульетта, потому что в конце они оба умирают. And Jerry Salinger and Una O'Neill were in love during 1 year. That's all, just 1 year, 1940. И J.D. Salinger и Una O'Neill, они фактически любили друг друга всего лишь на протяжении одного года, в 1940 году. When the World War II started, they were separated. Una went to Hollywood and Salinger went to Europe. А когда началась Вторая мировая война, им пришлось расстаться. Una отправилась в Голливуд, Штаты, а Salinger остался в Европе. Now we know that they wrote letters to each other. Нам известно, что они вели переписку, писали друг другу письма. But we don't know if they saw each other again. Но неизвестно, виделись ли они снова после расставания. So
My idea was just to tell this beautiful, horrible love story that didn't work, that was really very passionate and very impossible. And the only suspense in the book is, will they see each other again? Поэтому моя идея была написать вот эту прекрасную, но в то же время ужасную любовную историю, потому что не было известно, увидится ли они снова. И на самом деле в книге единственный главный момент, вызывающий волнение, это увидится ли они снова. Also, it's a, sometimes people ask me if it's a book about the past. I say no, it's about today. It's today we have wars everywhere. Также люди часто спрашивают меня, является ли это книга больше подходящая, описывающая прошлое. Я отвечаю нет, это книга актуальна и сегодняшний день, потому что сегодня у нас повсюду войны, то есть она актуальна и сегодня. In a way, there is a war in Paris and also in Ukraine. So we both have wars going on. В какой-то степени сейчас война происходит и в Париже, и в Украине, повсюду присутствуют войны. And I thought it was beautiful to tell the story of these two young kids, you know, that she's 16 and he is 20. They are in love, they are young, they think they will be okay, and suddenly violence comes into their life. Поэтому мне показалось, будет красиво написать эту историю о двух молодых людях. Ей было 16, а ему 20, которые в любви. И вдруг, пока продолжается их любовь, начинается вот эта война и конфликт. It's, maybe it's me, maybe I'm crazy. I always describe, I did it in Windows on the World, you know. Windows on the World was a beautiful hype restaurant, very trendy restaurant in New York. Возможно, это моя такая фишка, может, я немного сумасшедший, но вот когда я описывал эту ситуацию в ресторане «Окна мира» в Нью-Йорке. And suddenly a plane crashed in the tower in Windows on the World. So И вдруг, ну, когда произошел теракт, и врезался самолет в башне в Нью-Йорке, там, где находился этот ресторан. So maybe I am a little bit paranoid because it's the second time I write about people who are in a safe place. They think they are safe, but they are not. И, возможно, я немножко параноидальный, так как это в этой книге второй раз, когда я описывал людей, которые находятся в безопасной ситуации, и вдруг эта безопасность рушится. So, even when we go out in Kiev in a club called Chi, it's very dangerous place. Даже если, когда мы ездили в ночной клуб Чи в Киеве, даже там, в принципе, существуют опасности, это место небезопасно. So that's how it started. Вот как началось это все для меня. И второй вопрос. Я читал, что у вас в планах написать роман о телевидении наподобие 99 франков, как о рекламе, другое телевидение. А что вам больше всего не нравится в современном телевидении, не только французском, но вообще? Спасибо. Well, it's interesting because I worked for TV for 15 years. Ну, это очень интересно, потому что я работал на телевидении 15 лет. I quit last December. И только в прошлом декабре я уволился с этой работы. I always, well, I am very, very paradoxal because I like to work there and I had fun. And at the same time, it's a huge, very stupid power. И с одной стороны, мне нравилось, когда я там работал, это дает какую-то власть, но с другой стороны, эта власть, она очень нехорошая, она очень глупая. That's what I do. I do something and then I criticize it. It's like that. I like to criticize myself. Ну, вот такой вот я. Я могу чем-то заниматься сам, но потом я сам критикую то, что я делаю. Я люблю критиковать самого себя.
For example, I did this movie about Russian and Ukrainian models. Я участвовал в создании фильма «Лидиаль» о украинских и русских моделях. It's making fun of this industry of new faces. По факту этот фильм описывает в юморной форме вот это новое состояние, когда все концентрируются на красивом лице. But also I love to see new faces, so I'm a really contradictory person. Но с другой стороны, мне нравится, когда я вижу красивое какое-то незнакомое лицо, поэтому я вот такой вот противоречивый человек. So about television, well, I'm writing now this since a few months, so I cannot talk about it yet, but I think it's going to die. I think this power is replaced by the internet. So it's interesting to describe a huge people, very powerful people who are losing their power. И так как я уже на протяжении нескольких месяцев сейчас нахожу в процессе написания этой книги о телевидении, я не могу поэтому много о ней говорить, но в принципе там я рассказываю о том, как вот эта индустрия и власть, которую она имеет, телевизионная, как она постепенно теряет ее в пользу интернета. То, как очень влиятельные люди в этой сфере теперь теряют свою власть. But still, right now, in France, people look at TV 4 hours every day. It's an average. And in America, it's 8 hours. 8 hours every day. Но даже на сегодняшний день люди по-прежнему много смотрят телевидение. Во Франции это в среднем 4 часа в день, а в Соединенных Штатах до 8 часов в день люди смотрят телевизор каждый день. And sure, it's going to be replaced by internet in a few years. But it will be the same. It will be people watching a screen. И в ближайшие несколько лет это, естественно, будет заменено интернетом, но по сути все равно это то же самое. То есть люди смотрят в экран какой-то. And it won't be very different. The only difference is that the internet is watching you. That's the big difference. И это не так сильно отличается от телевидения. Единственное различие в том, что в случае с интернетом, интернет также следит за тобой и смотрит на тебя, а не только наоборот, когда ты смотришь телевизор. Well, it's one of the reflections that are leading me to do this novel. Right now. Ну, по крайней мере, это одно из один из моментов отражений, которые побудили меня написать эту книгу. Месье Федрик, с тех пор, как вы пытаетесь убедить мир, что любовь живет 3 года, прошло уже почти 20 лет. Удалось ли вам с тех пор полюбить больше, чем на 1095 дней? И чем отличается любовь мужчины 18, 30 и 50 лет? Well, Love Last 3 Years is a title. It's not really the truth. It's just a good title for a book. Ну, любовь длится 3 года. Это всего лишь название книги. Это хорошее подходящее название. Это не является истиной. Personally, I have been with my wife since 6 years. Ну, лично по поводу меня, я женат на своей жене уже 6 лет. So what I did is when we the day that we were the third year, I asked her to marry me. И на самом деле тот день, который ознаменовал 3 года, как мы встречались, я попросил ее выйти замуж. Okay, so now I don't know. I hope it's going to last a little more, but я надеюсь, что это продлится еще подольше, но я не знаю. It's true that when you are 50, maybe you are a little bit wiser than when you are 30. Ну, я думаю, это правда, что когда тебе 50 лет, ты немного мудрее, чем когда тебе 30. I don't think I evolve a lot, but sometimes I don't repeat the same mistakes. Evolve, I change. I don't think I changed a lot in my head. I'm still the same bastard. But I learn by my mistakes. Я не считаю, что я сильно развиваюсь или улучшаюсь в лучшую сторону с годами, но по крайней мере я все тот же негодяй, но по крайней мере я не повторяю пытаюсь не повторять своих ошибок.
Еще один маленький вопрос. Я знаю, оба ваших дедушки воевали в Великой Отечественной войне. Какой эмоциональный отклик находит у вас события на Донбассе, на востоке Украины? У нас сейчас тоже война, и ваша писательская точка зрения вот поэтому. As I said before, it's there is not a lot of difference between those young children in 1937, 38, 39, and what we are living now. We don't know where it's going. It could become a real mess. Как я уже говорил раньше, на самом деле я не вижу большой разницы между тем, что происходило в 36-м, 7-м, 38-м году, когда молодые парни, ну вообще молодые люди, когда начинается Вторая мировая война, и с тем, что происходит сейчас. И мы не знаем, куда это может пойти. Это может закончиться очень печально. Мы не знаем. The reason why we know now the reason of the Second World War is only economic. It's because of the crisis, big crisis in 1929, and everybody started to become nationalist because of the fact that they had no jobs and no money. So it's exactly the same now. There has been a huge crisis in 2008, big financial disaster, and people have no jobs, and so there always are some demagogues who say you have to defend your nation, become nationalist. We have this in France, we have this in United Kingdom, you know, Boris Johnson, there is Donald Trump in the States, and the nationalists, they love war, you know, they love to fight countries against each other, which has no sense. It has no sense, but it's because of the economy. And it's so we have to look at carefully at repairing the economy if we want to avoid a huge catastrophe. Уже сейчас мы уже по прошествии времени знаем, что Вторая мировая война, на самом деле причиной к ней был экономический мировой кризис 1929 года, когда во всем мире был экономический кризис, не было работы, и во всех странах очень быстро стали набирать власть националистические движения и националистические партии, такие как в Германии и так далее. И это послужило началом войны. И точно так же и то, что происходит сейчас, это является следствием мирового финансового кризиса, который случился в 2008 году. Потому что даже если мы посмотрим сегодняшний день, у нас во Франции также начинают набирать влияние националистические партии. В Англии точно такая же ситуация сейчас происходит в результате этого кризиса, потому что опять-таки безработица, плохая финансовая ситуации. К примеру, в Англии это Борис Джонсон, который преследует националистические, точнее, националистических взглядов. В Америке это Дональд Трамп, который также является очень следует националистическим принципам. И мы должны быть очень осторожны в этом плане, потому что эти люди, националисты, они всегда рады войны, им всегда нравятся вот эти националистические принципы, мы должны защищать нашу родину, но по факту мы должны быть очень осторожны и восстанавливать экономику очень осторожно, чтобы это не прогрессировало дальше. Еще питание, будь ласка. Фредерик, а ваша дочь уже успела ознакомиться с книгами? Какие у нее вопросы к папе возникли, собственно говоря, по поводу вашей жизни? Yeah. Unfortunately, she did read my books. К несчастью, да, она читала мои книги. So she asked me a lot of questions. И она задает мне много вопросов. And very embarrassed. И мне очень стыдно, как отцу. Fiction. It's totally fiction. И я говорю, это всего лишь фикция, это все художественная литература, and не более. And then she said, "Come on, she's 17 now, you know." So she said, "I'm 17. I can, I know it's your life." So. Она говорит мне, ну, папа, мне уже 17 лет, я прекрасно понимаю.
я уже не маленькая, я понимаю, что это твоя настоящая жизнь. Можешь мне говорить на самом деле, как есть. She said, come on, daddy, you take cocaine with prostitutes every night? И она спрашивает, ну, папа, на самом деле, ты принимал кокаин и с проститутками чуть ли не каждую ночь проводил время? Расскажи мне, как есть. So I say, go to your room. И тогда я ее наказываю, отправляю к себе в комнату. Еще одна ремарка. В своих интервью вы часто вспоминаете там Чарльза Буковски, Достоевского, Толстого. Каких украинских писателей вы знаете? Например, там Гоголя, вот Николай Васильевич вам говорит, да, что-то имя. Вот он давал, в частности, «Люби» больше, чем 3 года. Gogol, yeah, I like, of course. It's huge, huge, very important, because he's one of the first to make fun of power and make fun of society. He's a satirist. Мне очень нравится Гоголь и его работа, потому что он был одним из первых авторов, который осмелился высмеивать в своих работах власть, и он был сатирическим писателем. Yeah, and that's the most important freedom of writing, is to make fun of power. И мне кажется, очень важным аспектом свободы написания, свободы авторства является то, что когда автор имеет возможность высмеивать власть. And, yeah, in Spain they have Cervantes. В Испании, ну, похожий пример, Cervantes. In France we have Voltaire. Во Франции примером можно привести Вольтера. In England they have Laurence Sterne. В Англии Лоренс Стерн. In Germany they don't have. В Германии, по-моему, не было таких авторов. No. So it's very, yeah, it's very, very important. The contemporary Ukrainian writers I don't know a lot. Поэтому да, это очень важным для меня был. По вопросу современных украинских авторов я не могу кого-то конкретно перечислить, не знаком. But it's, I have an excuse, is that they are not extremely translated in French, and this is not good. So it's the fault of the publishers. Но я могу применить такую отговорку, что украинских авторов практически не переводят на французский, поэтому это не моя вина, это вина публицистов, которые не переводят. Before arriving in this room, I met a Ukrainian writer who wrote a book, and I am one of the characters. Перед тем, как мы зашли сюда, буквально недавно, я познакомился с украинским писателем, который написал роман и использовал меня в качестве одного из персонажей. So I read one page, and there is this sentence: Бекбеде orders a vodka. Бекбеде orders a vodka. И там на странице, которую он мне дал на французском, я в одной из строк я прочитал: Бекбедер заказывает водку. Which is very, very good. It's a good observation. Это очень хорошее наблюдение на самом деле. But I have to correct something. Yesterday I ordered tequila. Но я хотел бы все-таки внести исправление. Вчера я заказывал текилу, а не водку. No, but it looks very interesting. I'm going to read soon. Но то, что я прочитал, мне показалось очень интересным, поэтому я собираюсь прочитать то, что он написал, этот украинский писатель. В своем диалоге с Жаном Мишелем Дефалько вы утверждали, что человек обращается к церкви и Богу с ощущением близости старости и смерти, страха смерти. Вы не старый, но борода у вас уже все же седая. И какие отношения у вас сегодня с церковью и Богом? Well, it's a little bit too soon to go to church. Ну да, я считаю, мне еще немного рано обращаться к церкви. But I did go to Jerusalem 2 weeks ago. Но 2 недели назад я посещал Иерусалим. And what I did is I went first to the wall, the Jewish wall. И первым делом, что я сделал, я посетил, подошел к стене плача. Put my hand on the wall. Я
прикоснулся к ней рукой. And then I went to the Catholic Orthodox Church, Saint-Sépulcre. Потом я посетил католическую или православную церковь, которая там рядом находится. I put my hand on the stone where the Christ was resuscitated. Comment dire, ressuscité? Resurrected, resurrected. Я также прикоснулся к камню, который, ну, который считается, который прикрывал погребальню Христа, когда он воскрес. And then I wanted to do the same in the Muslim church, the mosque. Yeah. Но я также захотел сделать похожее в мусульманской святыне. I wanted to put my hand also, but a guy with a beard told me, no, you don't come in. Я также хотел там прикоснуться к какой-то святыне, но там стоял человек с бородой, и который запретил мне заходить внутрь. Мусульманин. I said I can take my shoes off. He said, no. Я сказал, я могу разуться, соблюсти все обычаи. Но он сказал, нет. Only Muslim can get in. Он сказал, только мусульманам разрешается зайти внутрь. You see, I tried every religion in it's all in the same neighborhood and they all live peacefully in Jerusalem for the moment. И я пытался посетить все эти места, и на данный момент все эти религии живут в мире друг с другом в Иерусалиме, по крайней мере, на данный момент. So. Дякую. Отже, питання зараз ось цій дівчині. Бонжур, Фредерік, а каковы ваши главные ценности в жизни? Good food. Хорошая и вкусная еда. Фредерик, скажите, когда вы писали роман «Любовь живет 3 года», рассматривали ли вы тогда варианты другого финала, менее романтического, без хэппи-энда и побольше цинизма? И за эти 20 лет размышляли ли вы, хотели бы вы изменить этот финал сегодня, возможно? I like that there is no ending. We don't really know if they are going to be together or not. And I like that. На самом деле мне нравится, что концовка немного неизвестная. Мы не уверены в конце книги, будут ли они вместе или нет. It's like that in the movie also. They are kissing and then there is a huge wave, a huge tsunami. В киноверсии точно так же. В конце они целуются, но мы видим, как надвигается огромное цунами. То есть мы не знаем, что произойдет дальше. So I like to the mystery of no answering your question. Мне нравится вот это как бы неизвестность, даже вот эта мистическая ситуация, когда я не могу ответить на ваш вопрос. То есть вот эта неизвестность мне нравится. Because I think in real life the only way to stay with someone forever is to think every day that she's going to leave you. Потому что я считаю, что в реальной жизни единственный способ достигнуть того, что вы любите друг друга всю жизнь, это каждый день бояться того факта, что эта женщина может уйти от вас или ваш партнер может уйти от вас. We should live our life every day as if it was the last day of our life. То есть мы должны проживать каждый наш день, как будто это последний день, который мы проживаем вместе. Месье Бекбедер, в романе «Идеаль» вы искали ту самую идеальную женщину, как для корпорации, так и в какой-то степени для себя. Как она выглядит именно сейчас, основываясь на вашем жизненном опыте, на ваших наблюдениях? Oh, it's a difficult question. Like you. Это сложный вопрос, но thank you very much. Похоже на вас, например. The purpose of this book is to explain that there is no perfect. На самом деле целью этой книги являлось объяснение того, что не существует понятия совершенства. We all know this famous sentence by Dostoevsky: "Beauty will save the world." Всем нам известна фраза Достоевского: "Красота спасет мир."
But I think he's wrong. I think. Но мне кажется, он не прав. He wrote this in a book called The Idiot, so he knew it. Ну, то он написал эта фраза в книге «Идиот», поэтому мне кажется, он сам понимал, что это неправда. Beauty is not saving the world. Beauty is like a dictature on our world. Мне кажется, что красота не спасет мир, не спасает мир. Красота — это подобно диктатору в нашем мире. But you should be happy because right now the whole planet wants to look like an Ukrainian model. Но вы должны быть счастливы, потому что на сегодняшний день вся планета, вся женская половина планеты, все хотят выглядеть как украинские модели. It's funny to imagine that people in China or Africa or everywhere, South America, they want to look blonde with blue eyes. И это на самом деле забавно, то, что на сегодняшний день по всему миру, в Китае, в Южной Америке, в Африке, женщины хотят выглядеть, быть похожими на голубоглазых блондинок. So the book and the film try to answer your question. I'm sure you should see the movie. You will like. Если посмотрите фильм, вы найдете ответ на свой вопрос. Can I make another question? Книга 99 франков. Это крик о помощи или все-таки это больше художественный вымысел? Oh yeah, totally shouting for help. 100% крик о помощи. Every book is shouting for help. Каждая книга — это крик о помощи. I never write one sentence when I'm happy or when I feel fine. Я никогда не пишу даже одного предложения из книги в то время, когда я чувствую себя довольным или когда я себя нормально, хорошо чувствую. I need this state of distress. Yes. Я должен находиться в этом состоянии какого-то беспокойства, стресса. Anger, maybe anger. Может даже состояние злости. Yeah. It's a good fuel for writing to be angry. Состояние злости, гнева — это хорошее топливо для писателя. В своей книге «99 франков» вы, по сути, критикуете рекламу как явление, потому что она определяет наши желания и направляет их. Сейчас в Киеве и во Львове вчера вы, по сути, рекламировали свои книги таким образом, делая то, что делает реклама. Скажите, это не противоречит вашей сути, и как вы к этому относитесь? Спасибо. Yeah, I know. Would you say that you're contradicting yourself? Yes, totally. Да, конечно, вы правы. Yeah, it's in the book I answer your question. I say I'm using the weapon against myself. В книге я также отвечаю на ваш вопрос тем, что я пишу, я использую это оружие против себя самого. We are all part of this advertising world. Мы все являемся частью этого мира рекламы. The only thing I did is try to describe what I saw. Единственное, что я просто пытался описать то, что я видел, то, что я знаю в этой книге. So I would say the difference between a yogurt and me, I'm a product thinking about his condition. Ну, если привести такое сравнение между мною и йогуртом, мы оба являемся продуктом, но разница в том, что я пытаюсь в этот, будучи продуктом, думаю о состоянии, о своем состоянии, какое я представляю. If you buy a yogurt, you will eat it and it will be good, but if you buy a book, you will think about, you will maybe think more. So maybe books are better than yogurts. Если вы купите йогурт, ну вы его съедите, вы его скушаете, если он будет вкусным, вам это понравится. А если вы купите книгу, вы будете ее читать, она заставит вас размышлять и думать. Поэтому, да, я бы сказал, что книга, наверное, получше, чем йогурт. Фредерік, якщо б в людини була можливість прочитати лише одну вашу книгу, яку саме ви порадили би і чому? It's difficult to choose between my children. Ну, точно так же, как сложно выбирать между своими детьми. I'm
Of course, I hope I'm better with age, so I would say the last one, Una and Salinger, is really, for me, well, it's 5 years of my life, and it's a, there is different states of emotions. You can laugh at the beginning, it's very light, very easy at the beginning, and then the more you progress, the more it is dark and violent and maybe deeper. So if you laugh and cry in a book, for me it's I did my job. Мне бы хотелось верить, что с возрастом я становлюсь лучше, поэтому, наверное, я бы порекомендовал последнюю книгу Уны Селлинджер, потому что, так как она описывает период моей жизни примерно 5 лет, и вначале она начинается как очень легкая, простая, и ближе к концу погружаясь, становясь более темной, тяжелой. И если в течение прочтения книги вы и смеетесь, и плачете, я считаю, как автор, что я хорошо сделал свою работу. И еще одно коротенькое запитання. Чи є, ви в Україні уже не вперше, чи є, окрім жінок, щось, що надихає вас у цій країні? Everything. The chicken ravioli. Но на самом деле все. К примеру, пельмешки с куриной. Very good. С курятиной очень вкусный, мне нравится. What else? The Saint-Sophie, Saint-Sophie, la cathédrale, the church. Yes. Софийский собор, да, церковь мне очень нравится. The salmon sashimi at Gurama. Salmon sashimi at Gurama restaurant. Ресторан. You don't know Gurama? You work on television and you don't know this place? Вы работаете на телевидении и не знаете, где находится этот ресторан? It's a nice place. Очень хороший ресторан. What else? Well, I like the colors of the flag. Мне нравятся цвета флага. Blue and yellow. It's really beautiful. Жовто-блакитный, очень красивый. It reminds me of the yellow hair of girls and their blue eyes. Мне это напоминает светлый блондинистый цвет волос и голубые глаза у девушки. Вчера вы были во Львове. Если бы вам дали минуту времени, чтобы вы своему другу там, или товарищу, который вообще ничего не знает об Украине, как бы вы ему рассказали об Украине? Что это за страна? Чем она отличается от своих соседей? Что она из себя представляет? First of all, it's a young country. Ну, во-первых, это молодая страна, молодое государство. It's a country where people are beautiful, very nice. Я бы говорил, что страна, в которой живут очень красивые люди, очень милые и добрые. They like literature and party, so the two important things that I prefer in life. Им нравится литература и вечеринки, и веселье. Это две очень важные вещи в моей жизни. But mainly I would say it's a place where they do not know if they are European or Russian. They don't know. Но, наверное, важным также я бы описал, что это страна, в котором люди не знают, до конца не знают, кому, чем они являются или кому больше стремятся, европейцами быть или русскими. It's a place between Europe and Russia. Это как, я бы описал, что это место между Европой и Россией. And for me, this place, these people, they are great because they say, we don't want to be European or Russian. We want to be Ukrainian. И мне кажется, это мне это нравится. Мне кажется, это замечательно, то что это место и люди, живущие здесь, они не хотят быть или только европейцами или русскими. Они говорят, что они хотят быть украинцами. I think that's the reason why the Western world is looking at Ukraine now. They're looking if it's possible to refuse this choice. Мне кажется, именно поэтому западный мир сейчас столько внимания обращает на Украину, потому что им интересно, сможет ли Украина отказаться от этого выбора.
So it's an important place, you see. You have to go to, I would say to my friend, go to Ukraine, because this, in this place everybody is looking for one thing, freedom. Поэтому своему другу я бы сказал, что ты должен посетить это место, потому что если одно самое главное об этой стране, что в этой стране люди ищут, ищут свободу. Месье Бекбедер, скажите, пожалуйста, как, на ваш взгляд, меняется природа любви в связи с появлением аппликейшенов, мессенджеров в нашей жизни? Убивает ли это романтику или, наоборот, помогает знакомству? Well, I think that love must scare a lot of people because they have invented so many technology to destroy it. So people must be really very scared of romanticism. Romanticism is very powerful. It's, you know, we know that. And so I think they invented Tinder to destroy romanticism. Мне кажется, что люди очень напуганы романтикой, они очень боятся, и поэтому они создали так много приложений, например, Tinder и другие, которые уничтожают этот аспект романтики, потому что люди боятся его. But in technology doesn't help to meet a lot of people. It's not true. Но мне кажется, это неправда. Современные новые технологии, они не помогают людям лучше и больше знакомиться. Мне кажется, это неправда. It's complicated. It's you write to people and they put pictures, but they are not picture. So it's not real. I prefer to write books because I meet so many girls. It's easier. It's better than Tinder. Во-первых, мне кажется, что это не очень реалистично, потому что вы пишете сообщение другому человеку, вы можете обмениваться фотографиями, но не факт, что это реальные фотографии. И вообще это очень-очень запутано, мне кажется. Мне кажется, намного проще, как я. Я пишу книги, и потом я имею возможность вживую встретиться с большим количеством девушек и молодых красивых женщин. Мне кажется, это лучше. So, once again, literature is the greatest power in the universe. Поэтому мне кажется, любовь в литературе — это самая великая сила во вселенной. 2 years ago, you was in the second biggest city in Ukraine. It was Kharkiv, and you went with a DJ set, and we were at the same at one table, and I asked you a question about your philosophy, and you answered me that it's a fun with a little guilty. And I would like to ask you, have you changed your vision since that time? And if yes or not, or how do you think? Because you spoke about your vision that it's more important to make the children polite. But what about your personal vision right now? I think I remember, and I still think... Thank you. It's good definition. Fun, but with a little guilt. And could you please comment it more, yeah. More, you know, more words? Because it was nightclub and we, you know, cried each other ear, you know. So what do you mean about this? It means that you want to translate. Во-первых, я помню наш этот разговор, и я считаю, что да, это определение сейчас очень точное. Well, guilt is in every novel I ever wrote. Love Lasts 3 Years, it's a guy who feels guilty for divorcing. 99 Francs, Octave, he feels guilty because he works in an agency that is destroying the planet. Мне кажется, что это чувство вины, оно вообще очень важно и присутствует везде, и в книгах, которые я пишу, в «Любовь длится 3 года», этот мужчина чувствует вину из-за того, что он развелся, в книге «99 франков», а Октав чувствует вину, что он работает на рекламное агентство, которое, по его мнению, уничтожает мир. You know, L'Ideal is attracted to young Russian girls, and he feels guilty about it, so it's
telling the story. And I think guilt is a good way to understand me. I am, as we said before, I am a yogurt, but I feel guilty. И в книге «Лидиаль» этот парень, его привлекают молодые девушки модельной внешности, и он испытывает вину по этому поводу. И мне кажется, вот это мое определение, что это веселье с небольшим чувством вины, оно очень, вот это чувство вины очень хорошо понятно, если вы пытаетесь понять то, о чем я говорю. К примеру, как я уже говорил раньше. You know, I think guilt is really the center of our time, because imagine we live in this world where all day long all the media tells you to buy stuff, buy products, buy this, buy that. And in the same time, you look at the informations and they all tell you, don't consume, don't buy, you're destroying the earth. So we all feel very, very guilty during all day long, you know? Buy this, no, don't. Buy it, no, you should not, it's bad. It's good for you, no, it's bad for the earth. You can become really mad. It's crazy. И мы постоянно окружены и испытываем это чувство вины. Сегодняшний день, да, вот если взять опять-таки пример рекламы, нам рекламируют, что мы должны купить что-то, что оно будет очень хорошее для нас, но при этом мы читаем в другом источнике, что это то, что мы покупаем, очень вредит экологии нашей планете. Поэтому мы постоянно испытываем вот это чувство вины, покупать, не покупать, хорошее или плохое. Это сводит с ума. Отже, там No. I think have fun but feel guilty could be a good slogan. Поэтому я считаю, что вот этот это может также использоваться как хорошая поговорка. Наслаждайся, веселись, но испытывай долю чувства вины по этому поводу. For me, as a brand, you know, I could put big BD, have fun, then feel like shit. Лично для меня, если вы хотите как меня представлять как бренд и написать на стенде Бегведер, веселись, а потом чувствуй себя как бы полное г. Bonjour, Frédéric. Je faisais partie de la première équipe qui vous a invité de la part de l'Institut Ambassade de France pour venir en Ukraine. Et je suis très contente que finalement vous avez une auditoire comme ça, formidable. Я сейчас переведу. Дело в том, что мы были первой группой от французского культурного центра посольства Франции, которая пригласила 10 лет назад Фредерика Бекбедера в Украину. И очень счастлива, что у него сейчас на сегодняшний день такая аудитория. Вот. Но мой вопрос не об этом. Мой вопрос о вашей книге «Window». Скажите, пожалуйста, вот в этой реальной ситуации, какая доля реальности в вашей книге, а какая доля вымысла? Потому что книга меня потрясла. Window on the world. Quelle est la partie de votre imagination et qu'est-ce qu'il y avait de réalité dans cette situation réelle qui existait? Merci beaucoup. Well, it's all true. It's a lot of documentation, and I would say 90% is true. Я бы сказал, что 90% этой книги это правда. Она основана очень много на документах, на фактах. It's about tragedy of 9/11 in 2001 in New York. Ну, она описывает трагические события, произошедшие в Нью-Йорке 9 октября. And it starts at 8 in the morning and finishes at 10:30 when the second tower collapsed. И события книги начинаются в 8 утра и заканчиваются примерно в 10:30, когда вторая башня обрушивается. So everything in the book is true except one thing. The characters are imaginary, they are fiction. То есть фактически все в этой книге является основано на реальных событиях, кроме персонажей, которые являются вымышленными. It's funny because I mean funny. No, it's not funny. It's strange because in the book it's the story of a man who has two children, Jerry and David. And these are the two first names of Salinger. So, in a way, I was
So I wrote this in 2003, which makes me very old, but 13 years ago I was already thinking about Salinger. И в этой книге двое сыновей персонажа, их зовут Джерри и Дэвид, что является расшифровкой первых инициалов имени Селлинджера, J.D., Джерри Дэвид. И когда я писал эту книгу, это было в 2003 году, что делает меня уже достаточно старым человеком, но не суть, я этим хочу сказать, что уже тогда я думал о том, чтобы встретить J.D. Селлинджера, и поэтому он назвал сыновей в персонажах его именем. I was very happy because there is a study in America about novels about 9/11. And recently, well, I was the first, because in 2003 I was the first to write about this. And then many American writers wrote about 9/11, Don DeLillo, Jonathan Safran Foer, many. В Соединенных Штатах провели исследование касательно именно романов, написанных на тему теракта в Нью-Йорке. И я был первым, потому что я написал в 2003 году, но после меня было много авторов, которые также писали романы на эту тему. And so some literary critics said it was an important book about this, even though it was written by a stupid French guy. И несмотря на то, что эту книгу написал какой-то глупый француз, многие литературные критики отозвались о ней в положительном свете, что она была очень важной. And the other thing is, I never read Windows on the World again after publication. I didn't want to read it again. It was really painful to write. But I have received a lot of letters of readers in Paris after the attacks of November 2015. And the letters and the people who read this book after say that it's talking about that too. Я никогда не переиздавал эту книгу после первого написания, хотя об этом меня... То есть после первого написания, прочтения я никогда не переиздавал ее, но когда в Париже случились теракты в ноябре 2015 года, многие читатели, которые прочли эту книгу уже после терактов в Париже, писали мне письма и говорили, что после прочтения у них появлялось чувство, как будто эта книга написана также, описывает теракты в Париже. So I wrote about New York, but I hope it's also about Paris or Nice. Несмотря на то, что я писал, что эта книга была написана конкретно о терактах в Нью-Йорке, но я надеюсь, что она также может быть применена или использована к терактам в Париже, в Ницце и так далее. It's only the story of people who are having fun and suddenly get killed. It's this very sudden, how can you say, eruption, suddenly death enters your life in a place where you did not think it would be invited. Книга о том, что, ну, как люди живут, веселятся, и вдруг из ниоткуда внезапно возникает угроза жизни, возникает смерть. И ключевым моментом этой книги является вот эта внезапность того, что внезапность страха смерти там, где ты его не ожидаешь. Before wars, people took uniforms and they went to war. Now you can have a war in a discotheque or in a fancy restaurant or a firework in the street, you know, or here maybe. There is a security outside? Yes. Okay. Если мы
посмотрим с исторической точки зрения, раньше, когда начиналась война, мужчины одевали военную форму и шли на войну. То есть это был показатель войны. Сейчас же война может быть где угодно. Она может быть в ночном клубе, на дискотеке, она может начаться во время салюта. Даже здесь что-то может произойти. То есть сейчас это скрыто. Дякую велике. На цьому, на жаль, Фредерік поспішає на літак, тож ми закінчуємо серію питань та відповідей. Будь ласка, як кажуть, трішки більше драйву, облиски, будь ласка.